Состояние дороги по улице Бадыгина в селе Воздвиженке уже не первый год вызывает резонанс у местного населения. Жители сетуют на разбитое дорожное полотно в начале улицы. Условно улица Бадыгина разделена на 4 участка. Два из них имеют гравийное покрытие, остальные – асфальтобетонное. Из бюджета Уссурийского городского округа были выделены средства на ремонт одного из участков. Совместно со службой заказчика были произведены все замеры, составлены сметы, объемы, посчитано все. На покрытие гравийных дорог требуется в разы больше затрат, так как объем работ предполагает асфальтирование с нуля. В бюджете Уссурийского городского округа появилась возможность выделить средства на обновление асфальтобетонного полотна на улице Бадыгина. Приоритет был отдан участку, который проходит вдоль школы. С учетом того, что там массовые движения детей в школу, транспорт, там детский сад, туда подвозят родители детей в детский сад, в школу, поэтому приоритет был отдан тому участку дороги. У меня здесь учились дети в школе, сейчас учатся внуки и даже правнучка. Вот, ходит в садик. Я хожу за ней в садик по асфальту от почты. Асфальт проложен очень хорошо. В селе Воздвиженке также ведутся работы по нарезке, углублению и прочистке кюветов. Если удастся сэкономить средства, то они будут направлены на асфальтирование начала улицы Бадыгина. Илья Аманатов, Марина Роман и Игорь Антонов. Телемикс.